На форуме вчера без злобы, без опломба нам главное рассказал красавец, молодец. В загашнике у нас лежит такая бомба, что подожжешь запал, и всей земле пиздец. Но это не беда, нас с вами ждет награда. На кой нам этот мир, коль наступает край, подохнут без следа все 9 миллиардов, а мы до одного прямой дорогой в рай. Я сам на этот рай давно имею виды, любой, небось, мечтал, чтоб на халяву в рай. Но есть один нюанс: туда летят шахиды, а тут мы всей страной. Подвинься, открывай, тут надо проскочить, пока взрывают глобус, а то дойдет до драк. Кто будет отвечать? Я бросился к столу, прошу мне выдать пропуск, но чтоб кремлевский бланк и подпись, и печать. Бегу, смотрю за мной, другие припустили, уже кричат «давай!» Кто робко, кто смелей, у самого стола архангела скрутили, на выход отвели и дали пиздюли.